Всем привет, хочу вам кое-что показать. И первый раз в Валберисе с таким сталкиваюсь, но имейте в виду, обычно приходит, если висит ценник, твое, я так брала, еще какие-то, обычно вы покупаете дешевле на Валберис, чем ценник на одежде, которую вы покупаете заказывать. В общем, я заказала Лике кеды Бершка. На Валберисе они стоят 3 997. Я ставлю, может быть, а нет, наверное, не ставлю. Короче, могу ссылку оставить, чтобы убедились, что они стоят 3 997. Пришли эти кеды, все замечательно, да, скорее всего, это Бершка, я не сомневаюсь, туда-сюда. Но видите, какой ценник? На 1000 рублей дешевле. То есть в магазине они стоили 2 999, а в Валберисе их почему-то решили продать за... Ну, на 1000 дороже получается. Первый раз с этим сталкиваюсь. Конечно, ну, сдавать-то я их уже не буду, потому что Лик уже намылил с них идти. У ребенка я отнять их не могу, там, и все такое. Хотя можно пойти вернуть. В общем, нет, она не хочет, но такие они. Ну, они кеды прикольные. Все хорошо, все замечательно. Они такие, знаете, смотрятся как спортивные ботиночки. У них мыс такой, они, правда, смотрятся такими достаточно длинными. Ну, хорошо смотрятся. Вот, но... Пожалуйста, вот вам такая история на Валберис. Будьте внимательны.